плохо. А я и не говорил, что деньги – это плохо. Я с уважением отношусь к любой религии, какой бы рабской она ни была. А, ну, вы же не знаете. Только спокойно, не брызгайте спинным мозгом. Деньги – это Бог. Вы-то думали, что религия – это христианство, Будда, шаманы? Нет, конечно же, нет. Вы же не тупые. Единственная современная универсальная религия – это деньги! И разные валюты – это как католичество, православие, протестантство, буддизм, иудаизм. Собственно, деньги – это ваш бог. В него все верят, он является источником всего и может время от времени творить чудеса. У этого бога есть апостолы-миллионеры, священные жития, которых вы так ревностно изучаете. Регулярно каждый из вас проходит таинство причастия, получая в конвертике кусочек божественной плоти. А спросите ради интереса у любого, сколько ты получаешь? Он же обосрется, будто его просят исповедаться. А что же с этими купюрами? Это иконы. Вы видите банкноты, и для вас это не просто бумага и краска, нет. Для вас это тело вашего бога. Оно рождается в священном месте, куда нет входа простым смертным. Затем божественные бумажки попадают в руки людей, и потом усталые, мятые и грязные сжигаются в азовых печах, чтобы снова возродиться, как Феникс. Чтобы снова пройти свой земной путь. Их же все трогают. Вот достань свой кошелек. Ты можешь представить, какой путь проделала каждая купюра, чтобы попасть к тебе? Кто хрустел ею самый первый? Куда она уйдет? Бомж, сифилитик, проститутка, президент и ты причащаетесь одной бумажкой. Люди, очнитесь. Круговорот денег нужен, чтобы вы отдали им свою силу. Ведь стоимость денег обеспечена трудом, и без вас они ничего не значат. По факту, это просто результат работы печатного станка. Каждый может печатать свои деньги. Только за ними будет стоять не коллективная бессознательная, а личность! Вас разделили, чтобы властвовать. Да, деньги общие, но ведь у каждого они свои. Деньги стоят дорого. Люди ничего, потому что вы бесценны, раз доказали, что можете сделать богом любой миф. И вы готовы